Хлеб – неотъемлемый продукт в каждом доме. По статистике, за всю жизнь человек съедает около 35 тысяч булок. Дрожжевой и бездрожжевой, итальянский и злаковый хлеб, классические и чесночные багеты. Каких только видов не существует. В некоторых семьях есть свои уникальные рецепты, которые передаются по поколениям. В пекарне «Сдобушка» хлеб изготавливают по домашней технологии. Наш хлеб печет сегодня, то есть всегда свежий, с пылу, с жару. Используем только натуральные ингредиенты, никаких добавок, усилителей, улучшителей нет. Есть хлеб только на воде и на муке с добавлением соли. Вымесить, настоять, испечь. На приготовление партии одного вида хлеба уходит около 3 часов. Мука, вода и закваска – основные ингредиенты. Вкус и консистенция во многом зависят от температурного режима и выдержки. Вкус очень зависит от замеса, от температуры теста, от того, сколько стоит тесто, подходит. Да, вот у нас все знают, о котором подходит тесто. От закваски, от опары. То есть, потому что разные виды теста есть, какой-то на опаре, какой-то на закваске, какой-то на спелом тесте. В «Сдобушке» всегда можно найти свежий хлеб с хрустящей корочкой и аппетитным ароматом. Сотрудники ежедневно пекут пирожки и слойки, пиццу и круассаны. Совсем недавно прилавки пополнили новинками – курником, медовиком с черносливом и грецким орехом, трубочками со сгущенкой. Продукцию пекарни можно заказать на дом. Если на сегодняшний день – от 500 рублей бесплатно. Если заказываете на завтра – от 300 рублей бесплатно. Привезем все, что вы захотите из нашего ассортимента. После 19 часов выпечку можно купить на 30% дешевле. 2 раза в неделю в пекарне проходит акция «Вкусняшка дня» и действует скидка на определенный товар. Что это будет, раньше всех узнают те, кто подписан на рассылку группы ВКонтакте. Горячий хлеб, свежие пирожки, пицца, пирожные и печенье, праздничные торты, безе и йогуртовые постилки. Побалуйте себя и своих близких продукцией пекарни «Сдобушка». Торговый центр «Галактика», первый этаж. Телефон +7 950 608 46 98.